первые дни войны наши односельчане поддержали всеобщую мобилизацию. Многие дархавчане ушли на фронт. Девушки и женщины уходили в ополчение и санитарные дружины. В Доме культуры был организован госпиталь. Стекольный завод эвакуировали в Львове. Великая Отечественная война – это особая страница в жизни поселка. Мало кто знает, что через Дорохово проходило три стратегические дороги – железная дорога, Минская автострада и Можайское шоссе, по которым шло снабжение войск Западного фронта. В период битвы за столицу нашей Родины здесь развернулись жесточайшие сражения. Поселок подвергся штурму фашистских полчищ, которые, не считаясь с потерями, рвались в Москву. Бойцы 5-й армии под командованием генерала-лейтенанта Говорова проявили чудеса героизма. Поселок 4 раза переходил из рук в руки. Бой длился более 11 дней. Только 2 ноября 1941 года противник овладел героическим поселком. В боях за Дорохово покрыли себя неувидаемой славой герой Советского Союза, командир эскадрильи капитан Георгий Терентьевич Нестеренко, командир полка Федор Трофимович Светенко и многие другие герои, похороненные в братских могилах на Дорохово. Нашим войскам пришлось отойти, но самодовольных захватчиков маленького поселка ожидала здесь чудовищная катастрофа. Измотав противника в тяжких оборонительных боях, войска 5-й армии генерал-лейтенанта Говорова 11 декабря 1941 года перешли в контрнаступление на Можайском направлении. Предстояло взять штурмом сильно укрепленный пункт обороны противника рабочий поселок Дорохово. На направлении главного удара действовала 82-я стрелковая дивизия генерал-майора Орлова. Непосредственно на Дорохово наступал 210-й стрелковый полк майора Светенко. Штурм Дорохова начался ранним утром 13 января 1942 года. Поддержки артиллерии и танков наши пехотинцы ворвались в поселок. Бой длился весь день. Гитлеровцы оказывали ожесточенное сопротивление. В 8 часам вечера Дорохово было полностью очищено от противника. Фашистские варвары нанесли поселку огромный урон. Они разрушили все предприятия, уничтожили все культурно-бытовые учреждения, сожгли около 600 жилых домов. Общий ущерб составил огромную по тем временам сумму – около 22,5 миллионов рублей. Фашистских извергов настигло справедливое возмездие. В боях за Дорохово гитлеровцы потеряли убитыми сотни солдат и офицеров, огромное количество боевой техники, артиллерийских орудий, автомашин, боеприпасов.
освобождение поселка, куда прибыл командующий 5-й армией генерал-лейтенант Говоров. Он побывал на огневых позициях артиллеристов 82-й стрелковой дивизии. Особо отметил слаженные действия орудийного расчета, которым командовал сержант Иван Колосов. В боях на территории Русского района вместе с пехотинцами, танкистами и артиллеристами отважно сражались с врагом бойцы 2-го гвардейского кавалерийского корпуса под командованием легендарного генерала Льва Новатора. Они совершили беспримерный по отваге и мужеству рейд по тылам противника, сея в его рядах панику, уничтожая живую силу и технику врага. Русского района солдаты и офицеры регулярной армии, партизаны и члены местных групп самозащиты совершили множество подвигов, как больших, так и малых. Имена партизанки Зои Косымодемьянской и генерала-кавалериста Новатора, майора-танкиста Либермана и снайпера Николая Лысова, подбившего из винтовки в районе Дорохова бомбардировщик «Юнкерс-87», навечно покрыли себя неувидаемой славой. Мало кто знает, что в сражении принимал участие и правнук великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Боец диверсионно-разведывательной группы Октябрьского района Москвы Григорий Григорьевич Пушкин в октябре-ноябре 1941 года участвовал в секретных рейдах в тылу врага в районе поселка Дорохов. Позднее Григорий Пушкин стал командиром партизанского отряда в Волоколамском районе. Славное военное прошлое дороховского поселения отражается и в его нынешнем гербе. Склоненные боевые знамена символически отдают последнюю честь павшим героям. А наложенная на них сабля героя Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенанта Ивана Дорохова символизирует связь двух поколений русских солдат, отстоявших свою землю от французских и германских завоевателей. Сегодня в нашем зале. Сегодня радостная, торжественная дата. Сегодня у нас праздник. 80-я годовщина освобождения поселка Дорохова от немецко-фашистских захватчиков. Именно вечером 13 января 1942 года наш поселок был полностью освобожден от оккупантов. Сегодня у нас особый день. День радости и торжества. День, которого могло бы и не быть. Будем жить, встречать рассветы, верить и любить. Только не забыть бы это, лишь бы не забыть, как сходило солнце в гаре и кружила мгла, а в реке меж берегами кровь вода текла. Были черными березы долгими годами, были выплаканы слезы в долгую седан.
вот пронзает небо солнечная нить. Только не забудь бы это, лишь бы не забыть. Это память, верьте, люди, всей земле нужна. Если мы войну забудем, вновь придет она. Нашего Отечества. Смерть переставала что-либо понимать, когда важна была каждая минута на пути к победе. На защиту вставали все, и стар, и млад. Победа в Великой Отечественной войне была, есть и должна быть самым святым событием в нашей жизни. Ведь те, кто заплатил за нее свой долг, дали нам возможность жить сегодня. Снег на Калине, снег на Калине.
Клочок Дороховской земли обильно полит кровью ее защитников. В начале декабря 1945 года наша армия перешла в контрнаступление. Войска, измотав в тяжелых оборонительных боях противника, одержали победу. В морозные снежные дни 1942 года на улице нашего поселка пришел праздник. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечо к плечу расстаемся землю. Планета. Над нашей Родиной ты, а значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все же бессильно сомненье прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Лишь только мой газ звучит другой приказ, и почтальон придет с ума, разыскивая нас. Слетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет детей, и все, и сильно, сомнение прочь.
самый вражеский ворот. Такие у нас дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверим за самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный. И все ж, и сильно, сомнения прочь, будет дождь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. В боях за освобождение нашего поселка погибло более 3000 солдат и офицеров Советской армии. Все они захоронены в братских могилах на территории Русского городского района. Жить, помнить все ты любишь.
гори, не затухай. Неприходящей болью будь. Пусть в пламени твоем встают все те, чей оборвался путь. Кто из спокойных мирных дней шагнул в наземный ад? И кто до роковой черты нес звание солдат? Кто в 18 с небольшим познал цену потерь? Кто за Россию жизнь отдав, открыл бессмертие дверь? Гори, свеча, не затухай, не дай нахлынуть тьме, не дай живым забыть всех тех, погибших на войне. Я из тех, кто не видел войны, но она и меня опалила, и опять посреди тишины я стою у солдатской могилы. Время замерло, стынет гранит. Наступает минута молчания. И со мною огонь говорит. Голос памяти, голос печали. Посмотрите, какие глаза у солдат моего поколения. И до них долетела гроза. Это памяти прикосновение. Это в них продолжается жизнь тех, кто падал багряные росы. Тех, кто в поле пылинном лежит. И над ним наклонились березы. Вечная слава героям, павшим за Родину, всех за отчизну жизнь отдавших, всех не вернувшихся домой, всех воевавших и страдавших минуты обниму одной. Пусть все замрет в минуту эту, пусть даже время промолчит. Мы помним вас, отцы и деды, Россия, Родина вас чтит. Почтим светлую память всех погибших в этой войне минутой молчания. Прошу всех встать. Идут годы, но каждый раз, когда мы вспоминаем эти памятные даты, всплывают строки песен, прошагавшие долгие огненные дороги войны вместе с мужественными защитниками нашей Родины. Подпевайте, друзья, все эти песни вы прекрасно знаете. Поплыли туманы над рекой.
Thank you.
Когда летом на рассвете заглянул в соседний сад, там стуглянка, молодованка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: стали над рекою сотни летние встречать. И раз кудрявый клён зелёный листый стой, я влюблённый и смущённый для тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый листой. И смуглянка молдаванка отвечала пару бумаг. Партизанский, молдаванский, собирают виноград. Нынче рано партизаны дом покинули над мной. Ждем тебя дорогу, как партизана в лес пустой. Раз кудрявый, да клен зеленый лист листок, влюбленный и смущенный для тобой. Клен зеленый, смуглянка, молдаванка, по тропинке в лес ушла. В ту обиду я увидел, что с собой не позвала. А смуглянке, молдаванке часто думал по ночам. Вдруг свою смуглянку я в ответе повстречал. Раз тепло, и ветру у них мало. И я
Ночь на хлебочку брать.
Ура!
Бойся, за меня не бойся, я вернусь в войне.
и скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорил, что не забудешь ласковых радостных встреч. Порой ночной мы распрощались с тобой. Не больше ночи, где ты платочек милый, желанный родной. Песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Блёсты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порока права, это праздник силою на висках. Этим прекрасным солнечным дням. Радость для нас – это улыбки наших детей и мирное небо над головой. Yeah.
дружба только крепче. И пусть огорчают расставания, ведь в дружбе и помеха расстояние. Мы такие разные, в этом весь секрет. Разрисуем красками этот белый свет. Мы такие разные, дети всей земли. Yeah.
колокольный звон, чтоб улыбкам солнечным светиться, чтоб молчал военный полигон. Чтоб оставались все мы в мире, чтоб никто ружье не поднимал, чтоб не дрался, улыбался шире, генералом лейтенант не стал. Чтоб война ушла из нашей жизни, чтоб каждый был жив, и чтоб офицеры и солдаты всегда возвращались домой. Мы отчизне верим слишком, ты один из сыновей, так расти, чтоб был ты нужен, дорог родине своей. Ждет тебя за труд награда, цель прекрасная. Ничего нет лучше, краше, милой родины твоей. Оглянись на предков наших и героев прошлых дней. Вспоминай их добрым словом, слава им, бойцам суровым, слава нашей стране. Россия, родина наша большая, великая, сильная наша страна. И цель у нас такая простая, быть вместе сейчас и всегда. Мы будем учиться, творить, открывать, ведь нам не страшны любые стихии, и всей стране мы сможем сказать: мы будущее нашей России! Озорных, черных, рыжих и иных, грустных и веселых, города и селок. Над тобою солнце светит, родина моя. Ты прекрасней всех на свете, родина моя. Я люблю, страна, твои просторы. Я люблю твои поля и горы, солнце. Над полями выгонит спину радуга-дуга. Нам откроет сто тропинок синяя тайга. Вновь настанет время спелых ягод, а потом опять на землю лягут белые огромные. Песня свинеть над тобой в облаках, на крылатых твоих языках.
Ружаночка. Девчонки, оставайтесь с нами, только чуть-чуть назад отойдите. Сегодня, дорогие друзья, в нашем концерте принимали участие театральная студия «Волшебство». Музыкальная студия «Акцент». Хореографический ансамбль «Звездопад» Дороховская школа искусств. Ансамбль «Русская песня». Дорогие друзья, поздравляю вас с великим праздником, с днем освобождения поселка. Ну и как обычно, мы не говорим вам «до свидания», мы говорим вам «до новых встреч». Thank you.